Всем привет! С вами снова Александр Галкин, канал Эллинг Яхтс Россия или Ронд Яхтинг. Сегодня я попробую формат такого реалити-шоу, так что будет один день из жизни яхтенного брокера. Сейчас у нас 7:50 утра. Стартую я из Санкт-Петербурга в город Долгопрудный. День сегодня насыщенный будет. Сначала нужно спустить лодку одну, потом перейти из Долгопрудного в яхт-клуб Royal, провести показ этой лодки и вернуться обратно в Долгопрудный. Пишите в комментариях, нравится вам такой формат, не нравится вам такой формат. В общем, без какой-то предварительной подготовки. Все как есть в жизни, работа брокерская, как она есть. Транспондер есть, запас провизии есть. Может быть, что-то еще поснимаю. Всем доброе утро. Леша Климов, спасибо тебе за транспондер. Оказалось, что есть еще одна встреча у меня сегодня. Ну, как не оказалось, была только что назначена. Еще после показа первой лодки нужно будет успеть вернуться в Долгопрудный, прыгнуть в машину и отправиться в село Троицкое, где стоит наш прекрасный Эллинг Е6, для того, чтобы сделать выход уже на нем. Ну, одного же выхода мало в день, правильно? Поэтому их будет два. Постараюсь все успеть. Лодка, которую мы сейчас будем спускать.
Тиммерман спущен на воду. Для ускорения процесса в Royal я не пошел. Пригласил клиента прямо в Долгопрудный, показал лодку. Сейчас быстро закину вещи в отель и еду в Троицкое на яхту Эллинг. Да, важный момент. Я для вас обязательно сниму обзор Тиммермана. Съемки я проведу, наверное, завтра или послезавтра. А видео выложу примерно через неделю после того, как выйдет в эфир это видео. Так что все будет, все будет. Тиммерман зеленый после рефита, красивый, потрясающая лодка. Ждите. Доброе утро. День первый плавно перешел в день второй. Сейчас я еду в яхт-клуб Royal, где лодка находится. Успел вчера съездить, показать Эллинг 6, поснимать не успел, потому что, опять же, из-за накладок так все получилось, что прям минута в минуту приезжал везде на встречи. Но пару фотографий я размещу. Лодка находится в селе Троицкое, очень красивое место, такой аккуратный, я бы даже сказал, камерный яхт-клуб с красивым небольшим парком, с террасами, то есть, ну, прям вот место очень красивая. Опять жарко, уже с утра 29 градусов. Но ничего, это лето, ура. Зато сейчас самая погода подходящая для того, чтобы задуматься или принять решение купить себе лодочку. Кстати, на воде очень приятно. Вот я вчера ездил вечером в Royal, проверял, как там Тиммерман пришвартовался и как его готовят к показам. Немного полетал на дроне, поснимал. Сейчас я вам запущу этот ролик, пока сам пытаюсь вырулить на правильную развязку. До встречи в яхт-клубе. Я на месте. По времени отлично. 40 минут до встречи. Только надо машину в тени оставить. Какая-то движуха там идет, волейбол играют. Пятница. Так, пошли на борт. Кто был на выставке Moscow Yacht Show, знает место. Все то же самое, только выставки нет. Да, тут, конечно, очень красиво. С набережной, с такой. Вон, кстати, стоит Seagull Lake Evere 23M. Кот. Очень мне нравится яхт-клуб утром. Тишина, умиротворение, лодочки стоят. И вон в конце причала стоит наш прекрасный Тиммерман. Вот он, красавец Тиммерман с новым цветом корпуса. Вчера вечером яхта пришла и просто стала шоу-стоппером. Цвет просто потрясающий. Такая комбинированная ватерлиния. Она белая с красной полосой, черная необрастайка.
Сейчас мебель загружаем палубную на флайбридж. Пойдемте прогуляемся по палубе и уже буду готовиться к показу. А уже полноценный обзор этой лодки я чуть позже сниму и размещу отдельно. Ну а сейчас так, в качестве анонса. Гламурный яхтинг. Вот он. Обед брокера. Булочка. И вода. 6:30. Ужин пока тоже не намечается. Еще встреч. Обожаю эту работу. Что, на мне футболка новая, а день тот же. Между прочим, я вам сегодня с утра не сказал, а пятница, между прочим, на дворе. А куда в пятницу вечером отправляются интеллигентные брокеры из Санкт-Петербурга? Как вы думаете? Конечно, в музей. А если быть точнее, то еду я в музей автомобильной техники, мастерская Шаманского, как раз на базе которого вскоре и будет открыт музей Харли Дэвидсон. Так что пятница сегодня будет просто огонь. Смотрите, какой прикольный тут арт-объект. Интересно, что бы это значило. Надо будет посмотреть. Я сверился с картой, там написано, что это 200 лет водопроводу. Теперь мы знаем, что памятник водопроводу, вернее его 200-летию, находится в городе Мытищи. Вот так. То ли еще будет. Так, ну вот я тут уже заруливаю. Похоже сюда. Точно сюда. Так. Какое интересное место. Смотрите, какая техника. Да, крутое место. Думал, будет байкерская тусовка. Тут прям, это даже круче. Так, сейчас буду опять в камеру здесь разговаривать. Надо объясниться. Вообще приехал, я думал, какое-то тусовочное место, но это просто нереально крутое. Нереально крутой музей, в который ты пойдешь. С очень крутой техникой. Только в эпитетах можно об этом говорить, но сейчас вы сами все увидите. Это нереальная какая-то удача, то, что я сюда заехал. Сейчас вам покажу все. Он посвящен технике советской. Очень бережная, кропотливая.
эта техника в единственном вообще экземпляре сохранившемся. Ну, многое. А восстанавливается это все по крупицам. Вот реально просто по крупицам. Смотрите, это стапель. Вот из этого она как феникс из пепла восстанавливается. Вот здесь сейчас это ГАЗ-65. Кстати, с таким приводом на гусеницах. Это вот такая вот полуторка. Только будет с гусеничным ходом. Я честно могу сказать, что я небольшой знаток в подробностях и деталях этой техники. Но то, что я здесь вижу именно в части восстановление и реставрация, но у меня просто какой-то невероятный восторг. То есть вот из такого, ну не то что груды металлолома, но просто запчасти, которые что-то сгнило, что-то некомплектно, восстанавливаются машины, которые ходят, они работают. Это не просто какие-то бутафорские из картона собранные техника, это реально работающая техника, которую восстановили с детальной проработкой, технологий, деталей, элементов. Мне показывали фотографии вот этого двигателя, который просто представлял из себя, ну, я не знаю, какой-то комок железа, ржавчины, и потом через несколько лет работы эта техника завелась, поехала и, в общем, действующая фактически. Помните фильм, да? Узнали? Узнали автомобиль? Напишите, кстати, в комментариях. А вот это ГАЗ Спорт. Их, в принципе, этих машин, их не должно было вообще быть и сохраниться. Вот отечественный автопром во всей красе. Там мастерская. Мне провели экскурсию. Сейчас уже все закрыто, там тоже очень много интересных экспонатов, которые в работе находятся. Ну, а продолжая тему вообще, помните, вначале говорил, что это будет музей техники Харли Дэвидсон. Сейчас поднимемся наверх, покажу вам, что же тут будет именно в контексте Харли Дэвидсон. Здесь будут собраны, ну и уже есть техника, которая официально поставлялась в Советский Союз. Здесь еще стоят гоночные болиды. Вот, кстати, два мотоцикла. Можно сказать, как было, как стало, но вот этот мотоцикл, это одна и та же модель. Ну, как вы можете из такого мотоцикла сделать вот такой вот. Причем этот был, мне сказали, еще в худшем состоянии. Это тоже отечественная техника. Красный Октябрь. Здесь уже Харлеи стоят.
и ждут своего часа, чтобы превратиться в предмет искусства. Потому что иначе как предметом искусства, причем работающим, в отличие от искусства, которое на стенке висит, эти экземпляры фактически получат свою вторую жизнь. Они заведутся, они поедут, и они будут собраны именно в том виде и в том состоянии, в котором они выходили с завода. Это еще интересно. ГМЗ. Абсолютно аутентичный. Вот. Мне Евгений Шаманский провел экскурсию, рассказал о проектах, которые сейчас в работе. Ну, в общем, я даже не знал, чего ожидать, но такого я точно не мог ожидать. То, что я попаду, можно сказать, в колыбель реставрационного процесса. Потому что это экспозиция, это выставочная часть. А там дальше, где выключен уже свет, там мастерские, там я тоже был. Огромное уважение к команде и вообще к людям, которые дают жизни старой технике, показывают, какая она была. Это очень круто. Понятно, нереальное количество дипломов. Я думаю, что это небольшая их часть, которая только здесь поместилась. Я просто в каком-то счастье реально нахожусь, потому что я очень люблю технику, я очень люблю мотоциклы. И такую необычную, уникальную технику видеть, которая фактически в единственном экземпляре, это огромное удовольствие. Стапеля. Можете представить, сколько труда, упорства, профессионализма необходимо, чтобы вот из такого, из таких комплектов построить технику, которая будет ездить и функционировать, как будто бы она только что вышла с завода. Вот такая вот у меня получилась пятница. Меня этот водопровод прямо аж как притягивает. На разворот опять тут круги наматываю. Блин, верни сюда. Куда? Где еда? Еда, где ты? Время уже... Сколько у нас время? 10:30. Надо где-то поесть. Товарищи, да это же старый добрый Токио Сити там. Ну, нормально. Вполне себе. По-яхтенному, наверное. Ну, по крайней мере, думаю, что покормят. Если посадят. Там что-то битком народу. Надеюсь, что хоть на улице посадят, а не внутри. Сейчас посмотрим. Там, в общем, вон, толпа народу стоит, и все в этот Токио Сити. Сегодня мой ужин продается в Перекрестке. Ну что, нормально, сейчас что-нибудь выберу. И в отель. Вот так вот. Пандемия, ограничения. Ну ладно. В Перекрёсток меня хоть пустят без очереди. Должны. Задача решена. Токио Сити, Токио Сити. Сами ешьте в вашем Токио Сити. Я нашел в мытищах высокую кухню. Перекрестки. Спасибо вам, господин Новиков, за ваши почти готовые салаты. Сейчас буду дегустировать. Этого я вам уже показывать не буду. Но не переживайте. Еду я нашел.
Ура! Все хорошо. Завтра буду в полной боевой готовности. Все, вот теперь точно. До завтра. Пока. Доброе утро. Я люблю свою работу, я пойду туда в субботу. В перерыве между тестами стало время поработать за компьютером, так что те, кто ждали ответа по квотам, по прайсам и по вопросам по вашим, вот я сейчас занимаюсь. Вы видели, до этого я прям 2 дня работал, а сейчас, серьезно, в субботу все всем отвечу. Все. Скоро на воду, но пока за компьютер. Дорожку, похоже, протоптал между этими двумя клубами, между МРП и Ройлом. Опять я в Ройл еду, но теперь уже, чтобы посетить яхту Сигал, которую я, репортаж на которую я снимал и продавал в прошлом году, заеду в гости к ним. Доброе утро. День 4, заключительный. Работы сегодня уже не будет. Просто стартую домой. Ну не просто, а наконец-то. Потому что хорошо, конечно. Здесь в Москве жарко. Лодки на воде. Работы много, но пора уже стартовать домой. Уже очень хочется домой. Нравится мне слушать радиостанции, когда едешь, то торговые какие-то дома рекламируют, то нотариусов. В общем, это прям как будто бы такой флешбэк. На заре рекламной индустрии 90-е годы. Если получится, поймаю какое-нибудь объявление, вам в эфир выдам. Бы ни была погода, хоть минус 40, не беда. Камины, печи, дымоходы нас не подходят никогда. Все для печного отопления в наличии и на заказ. И не по щучьему велению, а четко, быстро, в самый раз. Вот так вот. А вы, наверное, рекламу свою вообще не рифмуете. Я тоже как-то... Надо стишки придумать про яхты Эллен. Кстати, пишите в комментариях, если будут идеи. Было у нас одно стихотворение на заре поездок в Нидерланды. Кстати, когда был выход в Северное море, у нас там один из участников выдал интересное стихотворение, или я не знаю, как назвать этот стиль. Сейчас услышите, сейчас поставлю вам архивные съемки. А вот мы прибыли, вот видите, какие два зайчика стоят. Поклонники Эллинг. Саша даже сексуальную песню ночью сегодня сочинил про Эллинг. Как ты? Ну-ка, спой, Саша.
Или уже забыл? Люблю тебя, а Эллинг больше. Хочу тебя, а Эллинг дольше. А вот Антон закрыл рубку и вылезает. Всем привет. До встречи на новом Эллинге. Ну что, вот и наконец-то Санкт-Петербург. Тот же мост, который был в начале ролика, но только в обратную сторону. Ура! Вот я и дома. Ну что, сейчас буду уже заканчивать эту серию реалити-шоу. Пишите, интересен такой формат или нет. Потому что поездок сейчас, похоже, намечается большое количество. Не только в Москву, не только в России, но надеюсь, что удастся в ближайшее время все-таки отправиться на верфь Нидерланды и поснимать там, показать вам, потому что верфь, у нас есть уже фильм про верфь, но мне кажется, пора что-нибудь обновить. Планов много, идем по графику, скоро будет еще больше всего интересного. Ну а на сегодня это все. Спасибо всем, до новых встреч. Пока-пока.